неприятности. Звони в скорую! Скорбен! Пусть не прощупывает, а звони в скорую! Как не прощупывает? Ты хорошо щупал? Да звони в скорую! Звоню, не орни! Разволновался, бедня! А что я там в скорой скажу? Здравствуйте! Люся поцеловала привидение, она хрупнулась в обморок, да? Это я, по-твоему, должна им там в скорой сказать? Ты не будь ты стервой, не звони! Звоню! Люся! Люся, господи, Люся! Люся! Ты еще здесь? А ты хотел, чтобы я этого не видела. Чего не видела? Очень впечатляет. Это искусственное дыхание. Рот в рот называется. А звучит вполне эротично. Же какая же ты? Какая? Ведь ну, она же без сознания, ее надо чувствовать. Я хочу знать, какая я. Нет. Нина, мне не смешно. Я хочу знать, что здесь происходит. Макс, сюда. Сядь. Сядь, Макс. Я давно хотел поговорить с тобой о Люсе. Где она? Ты только не волнуйся. Мама. Я все в порядке. Не волнуйся. Частично в порядке. То есть, как это частично? А ты успокойся. Максик, ты ведь знаешь, что у Люси слабые нервы? Допустим. Ты только не волнуйся. Мама. Максик, помнишь, прошлым летом она упала в обморок, когда на наших глазах машина переехала собаку? Ты к чему это клонишь? Вот она! Ну вот! Мама! Мама! Я понял, а? Ну и кого переехала на этот раз, а? Хочешь его меня? А вы что, подцапались, да? В общем, да, как бы подцапались. Макс, у тебя в машине должна быть аптечка. А, нашел ты, да? Сейчас, сейчас принесу. А, Никита как раз дыхание в рот делает. Или, может, скорую вызовем? Да ладно, не надо. Очухается. Первый